Номинация «Лучший тандем тренеров». Объясню, почему тандем, потому что в каждой команде у нас работают по два тренера, а не по одному. Поэтому номинация видоизменилась в этом году, и называется она «Лучший тандем тренеров». В номинации представлены Радик Адеев и Роман Шаронов, Игорь Родькин и Иван Крылов, Федор Назаров и Ренат Мифтахов. Но тренерская профессия непростая, поэтому мы долго думали, решали и пришли к мнению. Сейчас посмотрим, какому. Так. В номинации «Лучший тандем, тренерский тандем года» побеждает Родькин Игорь Николаевич и Крылов Иван Николаевич. Всегда у тренеров такие серьезные лица. Он волнуется впервые. Это хорошо. Надеюсь, что не в последний раз.